Мухурта, мухурта. Мухурта. Это означает начало, инициация определенного действия. Но мухурта, как я уже много раз, просто мне сейчас придется рассказать, что такое мухурта. Мухурта – это выбор наименее неблагоприятного времени. То, что не понимает абсолютно большинство людей, которые изучают астрологию, они не понимают, что такое мухурта. И из-за этого появляются большие проблемы. То есть они думают, что если они собираются делать глупость какую-то, но в благоприятное время, то эта глупость приведет к каким-то положительным результатам. Вот слушайте меня сейчас очень внимательно. Что такое мухурта? Мухурта – это выбор наименее неблагоприятного времени. Потому что в Кали-югу, во-первых, благоприятного времени не существует. Его нет. Не было и не будет в Кали-югу. Это невозможно. Это, с этого начинается изучение Мухурта-шастры. Это не выбор благоприятного времени. Это выбор менее неблагоприятного времени. Это во-первых. Во-вторых, все зависит от того, что вы собираетесь делать. Если вы собираетесь делать хорошее дело, правильное дело даже, то мухурта вам поможет в этом. Это будет дополнительный буст, дополнительный импульс. Если вы собираетесь делать глупость, то она немножко глупость уменьшит, но это все равно кончится плохо. Вот что такое мухурта. Мухурта может повлиять на результат, но она не может изменить результат. Потому что мухурта – это выбор наименее неблагоприятного времени. То есть так же, как васту-шастра начинается с чего? Что дом по васту-шастра построить в Кали-югу невозможно. В принципе, можно построить менее, скажем, более соответствующее принципам васту-шастры, но никогда не удастся построить его полностью в соответствии с принципами васту-шастры. Просто невозможно. Анукулья – совместимость людей. Тот же самый принцип, с чего она начинается? Начинается с того, что идеальной совместимости не существует в принципе. В Кали-югу совместимость только плохая. Никакой другой не бывает. Потому что 75% всей негативной кармы, которая есть у человека, концентрируется в сфере отношений. Я много об этом рассказывал, на раз занятия не буду сейчас повторять. И поэтому анукулья – это выбор менее несовместимых людей. Вот в чем суть.